Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу фермер 3 на 4, 3 ширина, 4 длина. Будет у нас цельная дверь, форточка в торце и коньковая фрамуга на ручном управлении. Каз теплицы мы поставили, закрепили к основанию, все выровняли. Сейчас будем крыть теплицу поликом. И останутся у нас двери, форточка в торце, дверь, форточка в торце и коньковая фрамуга. А, система подвески еще тут будет. Еще тросики натянем. Но это в конце. Закончился монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу фермер 3 на 4. Идем смотреть. Идем. Видим цельную дверь. Так. Заходим. Видим форточку в торце. Видим систему подвески. Коньковую фрамугу, диагональные усилители. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 20 на 20. Арки в виде ферм, покраска полимерным порошковым способом, цвет шоколад. Стоит на брусе, брус 100 на 100, пропитан и закреплен к земле с помощью якорей. Теплица простая, но за счет своего каркаса очень надежная. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность, все торцы защищены торцевым профилем. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.